Любите ли вы историю и помните ли то, что проходили в школе? Давайте проведем опрос среди жителей Казани. Узнают ли они известных исторических личностей по фото? Кто изображен на фото? Сталин. Наверное, кто-то из татар. Васко да Гама. Филипп Киркоров. Дед какой-то, не знаю. Леонардо да Винчи? Нет, а кто это? Лео Галилей? Почти. Ага, кто-то из того же, да? Да, что-то из того же. Из Ренессанса. Инсаф. Петр Первый. Какой ты чувачок. Первый император всей Руси. Петя. Господин император Петр Первый. Ну, судя по кресту, какой-нибудь из Англии. Петр Первый. О, господи, это же Бетховен. Бетховен, да? Это Бетховен. Это Бах, да. Собаки есть такие. Бетховен. О, Бах. Боюсь, что этого господина я не узнаю. Так, не Ван Гог, а кто же у нас еще был? Галя! Без прошлого не может быть и будущего. А это был соцвопрос, и я, Салия Гизатова. Всем пока!